Всем привет! Сегодня начинаются осенние каникулы детей, и мы с семьей решили съездить в Туркестан на очень комфортном автомобиле. Это Kia Carnival Crossvan. Это прям семейный формат. Сейчас я опущу третий ряд сидений, и будет у нас всего 7 мест на 6. Нас впереди ожидает 900 километров в одну сторону. Детям будет очень комфортно. Они смогут по дороге просто бегать по салону, меняться местами, играться. Как вам машина? И попробуем прокатиться по Южному Казахстану. Пожелайте нам отличной поездки. Алга, Анжол. Как тебя, Лёка? Мы едем в районе Тараса. Видимость потерялась. Смотрите, туман. Что? Видимость где-то метров 30-50. Туман рассеется и будет опять солнышко. Заезжаем в Тарас. Поедем, заправимся, купим дальше. Secrets we keep locked up inside of me. Здесь можно лежать и делать массаж. Вот так отдай. Хотя это для ног. Вот здесь сидела Су, а здесь поменяли. Теперь мы поменялись. I come inside effects. I could pretend that we're just friends. I could see in, but what's the point in lying? Lying to myself, could I wish you well? Maybe I need help. Да, как красиво. Приветики. И мы приехали. Сахам тор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Just friends, I could see in, but what's the point in lying to myself? Could I wish you well? Baby, I'm your friend.